первой половине июля на аппаратном совещании в мэрии Магадана руководитель Комитета экономического развития Евгения Тихомирова доложила основные показатели самочувствия городской экономики за период с начала текущего года. Согласно статистическим данным и сведениям, которые представили нам отдельные хозяйствующие субъекты, мы делаем вывод о том, что социально-экономическая ситуация в городе с начала года остаются стабильной. При этом наблюдаются умеренные темпы отдельных макроэкономических показателей. Основной показатель – это оборот крупных и средних организаций в городе. Он увеличился на 12% и составил за 5 месяцев 47 миллиардов рублей. Хорошая и устойчивая ситуация у предприятий энергетики, у рыбодобывающих предприятий и в аграрном секторе. Наращивает выпуск продукции пищевая и перерабатывающая промышленность. В отрасли строительства в 3 раза увеличились объемы выполненных работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также на рынке труда в службе занятости зарегистрировано 646 безработных. Это ниже, чем в прошлом году. И та ситуация, которую мы наблюдали, вот этот вот всплеск роста безработицы, он в этом году сходит на нет. Фонд оплаты труда крупных и средних организаций вырос на 20%, что автоматически увеличило и налоговые поступления в городской бюджет. Таким образом, общая динамика макроэкономических показателей экономики Магадана свидетельствует о постепенном восстановлении после пандемийного кризиса прошлого года.